Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я расскажу обзор на куклу Twilight Sparkle. Где покупали ее? Мы заказывали ее зимой по интернету. У меня челка сползает. Короче, я сейчас ее вам покажу. Конечно, без вещей, потому что вещи я не смогла принести сюда на видео. Вот. Вот и моя кукла Twilight Sparkle. Вот, у меня вот такая вот, тут щечки отметина. Ой, блин, вот аппарат слезает. О, вот такое платье она. Это платье, между прочим, она одевала на последний там концерт, когда возвращалась. Помните? Она там оделась перед шторкой. И рейтинг такой дала. Тут сапоги немного спа. У меня наклеечка тут. Конечно, наверное, знаете, где ее делали? В Италии. Потому что, знаете что? Это какая-то... Ее пони была странной. Короче, вот такая вот... Челка у нее нормальная до сих пор. Руки просто двигаются, как у меня. Мои. И все. Вот такая вот... Twilight Sparkle. Короче, пока, до следующих встреч. Меня зовут Надежда Феофанова. А на самом деле я Пуджек. Пока!